Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Крюкер. Следующий отчет по проекту ВАФ за 17 мая. Вот собрался покушать. Сейчас время где-то так 17:23. Налил себе бульончика. Сюда порезал половинку луковицы. Ну вот, пол луковицы порезал сюда. Вот такой бульончик. Сейчас вам специально покажу. Если будет видать. Сделал салатик. Морковку потер на крупной терке. Посолил и масло подсолнечное. И за место хлеба вот эти блины. Блины из каши, так сказать. Это у меня получается четвертая тарелка бульона уже. Вот вчера я две тарелки бульона съел. И сегодня вот эта вторая тарелка бульона получается. Ну вот видите, большие тарелки. Вот, это получается два раза в день. Так, ну, плотно, так сказать, кушаю. И еще там в кастрюльке остается где-то на тарелку бульончика. То есть это на завтра уже останется у меня. Вот. Ну, с бульоном, конечно, веселее питание происходит. Ну вот, сегодня у меня по питанию, в общем, как я и говорил в прошлом отчете, буду, что вот эту кашу есть, блины из каши, бульон доедать. И, ну вот, сегодня еще салат сделал из морковки. Вот, в принципе, такой отчет. Посчитал конфеток, сколько у меня. Подушечек, ну там 60 штук, и еще там у меня где-то две штуки тут у меня лежит. Это я сегодня буду есть эти конфеты с чаем, чай из брусничного листа. Вот, а 60 штук на 13, на сколько там, на 14 дней, ну это примерно надо будет мне по 4 конфетки в день так рассчитывать, кушать. Не больше 4 конфет съедать в день, чтобы мне хватило сладкого до конца мая. В общем, проект продвигается. Вот. Все, спасибо за внимание. До завтра, до следующего обзора. Пока-пока. Удачи.